Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Все понял? Да понял я, понял. А что там по югу-то у нас? По югу все нормально. А то народ говорит, туда следаков понаехало. Звезд на погонах, как на параде. Там первый друг Леонида Ильича. Так что попылят, попылят и уедут. Но ты своим скажи, чтобы затихарились. Ну, на время. Добро передам. Там Брахницкий дергаться начал. Пьет, истерики устраивает. Я не знаю, как ты, а по мне закрывать его надо. Ох, Брахницкий, Брахницкий. Если он заговорит, такое начнется. Все сядем. Как бы к стенке не поставили. Ладно, у меня есть люди, они займутся. Тут тянуть нельзя. Сказал же, сделаю. Теперь еще одно. Я когда вчера к вам приезжал, у меня там в багажнике сумка была. Там картины для... Тихо, тихо. Мы его слушаем, слушаем. Что-то новое? Да, Юрий Владимирович. Читайте. Так вы его поймали? Пока не поймали, но поймаем, да. Говорите, замначальника УБХСС? Так точно. Генерал-майор Королёв. Человек, с которым у Королёва была встреча, нами не установлен. Прекрасно. Заместитель начальника УБХСС всей страны. Человек, который поставлен охранять закон и социалистическую собственность. Обсуждает планы хищений. Более того, убийства. Докатились, дальше ехать некуда. А его собеседник, судя по всему, из бывших сотрудников МВД, занявшихся криминальной деятельностью.
Устанавливайте его. Немедля. А что за картины? Пока неизвестно. Выясним, Юрий Владимирович. Картины для самого... Сбрехнул какой-то лиходей, как будто портит власть людей. О том все умники твердят, с тех пор уж много лет подряд. Не замечая вот напасть, что чаще люди портят власть. Для Щелокова картины. Хотя о нем конкретно тут речи нет. А этот Королёв на своей должности не может не знать о делах шефа. И наоборот. Министр не может не знать о делах подчиненных. Именно. Разрабатывайте всех. Не теряйте времени. Ибо его времени нет. Динамо бежит? Бежит! Ну, беги, беги. Стой, дура! Сережа! Сережа, не трогай его! Сережа! Иди домой, стерва! Я сам все не знаю! Не трогай его! Сережа! Друга, иди сюда! Леша! А? А? Иди сюда! Нет, иди сюда! Дай картинки, я тебя не трону! Но... Слышь, герой, еще раз пацана хоть пальцем тронешь, я тебе такую явку с повинной устрою, загремишь у меня на 15 суток. Еще кражу со взломом нарисую. Пошел вон! Кирюша, не надо его на 15 суток, пожалуйста, не надо. Он же как отец. Иди с мужем разберись. Сережа! Че, бьют? Еще как. Она его любит. Почему так? Почему? Я же тоже живой человек. Это у тебя что? Ничего. Ладно, что-нибудь придумаем. Иди домой, мать успокой. Я вечером приду, дрова накалю. Ну? И что ты хотел мне доложить? Леонид Ильич, ситуация в стране сложная, и мы с вами об этом знаем. Дальше бездействовать нельзя. Вот здесь, Леонид Ильич, мои размышления и предложения по поводу неотлагательных мер, которые следует принять. Ты все про то, что порядок наводить надо, а? Надо, Юра, надо. Но так, чтобы лодку не раскачивать. Без спешки. Вы правы. Насчет спешки это, конечно, верно. Только времени нет. Ну, хорошо. Почитаю. Почитаю. Ты не куришь, Юра? Нет, Леонид Ильич. А, и я не курю. Запретили. А то подымил, а я бы понюхал. Как живешь-то вообще? Сам не живешь. И другим не даешь. Все под Щелокова копаешь, а? Успокойся, Юра. Возраст уже, а? Поживи. Леонид Ильич, прочтите. Ладно, ладно.
Сколько прошло, как Суслов-то умер? Месяца три. Три месяца. Скажи, пожалуйста, а место его свободно, непорядок. Ладно, Юра, иди. Иди. Завтрашнего дня прилетела крыльями свинья. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько звезд на небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит. От вида удачи опять улетит. Марин, отойди от окна, увидит. Ты почему еще здесь? А что? Ну, мы же тогда договаривались, что я на пробежку, ты на электричку, пока поселок спит, чтоб не видел никто. Марина, мы же с тобой не расписаны. А я милиционер, я советский милиционер. И это, может, плохо отразиться на моей службе, на моем... в моральном облике, понимаешь? Я ж тебе давно предлагал, давай поженимся. Поженимся. Кирюша, миленький. Ты кто? Лейтенант задрипанного отделения милиции? Нет, дорогой. С моими данными... минимум генерал. И, знаешь, я за границу еду. Замуж ухожу. За финном. А зачем тогда все это? Не знаю. Прощаться хотела по-человечески. Попрощалась? Спасибо. Вот, материалы. На твое министерство и на тебя. Андропов принес. Коля, мы ведь друзья. Расскажешь честно. Повинишься, я не буду читать. Читай, Леонид Ильич, читай. Андропов, он сам не живет. И другим не дает. Сына он своего не поддержал. В 35 лет умер. Носится со своим идеалом социализма, как... Коля, мы все верим в идеалы социализма. Ну что, читать? Читай. Thank you.
Он никак не может забыть ту мою записку насчет Солженицына. А я до сих пор считаю, что надо было ему разрешить выехать за границу и получить Нобелевскую премию. И не лишать его гражданства. По-человечески подойти. Дать квартиру. Прописать. Сами создаем диссидентов, потом объявляем им борьбу. Что, даже не поцелуешь? На прощание. Фин поцелует. Дурачок. А Кирилл? Дома, он дома. А это кто? А это по работе. Что, опять бьет? А, да нет. Смотри. Где он это взял? Может, он в музее ограбил? Он совсем от рук отбился. Я просто не могу за ним уследить. Где взял? В лесу. На дороге валялись. О, видишь? В лесу. Спаси его, Кирилл. Если с ним что-то случится, я просто не перенесу этого. Одного уже забрали, и этот туда же. Пожалуйста, помоги. Ладно, посмотрим. Ты иди, тетя Люсь, а мы тут как-нибудь... Ну, что смотришь? Собирай. Вот пристал. Лучше б хахалем мамкиным занялся, чем картинки рассматривал. Он, ну ты сам видел. И нож у него охотничий не зарегистрирован. А, сейчас мы с тобой разберемся, а потом мы отчимом займемся и ножичком его. Это что это такое? Решил себя увековечить? В честь Ленки Малышевой. Малышу. Да, Малышу. Не рано для наколки-то, а? Конечно, рано. Я ведь несовершеннолетний. И картины эти впервые вижу. Можно я пойду? Да куда ты пойдешь-то, а? Сейчас явку с повинной писать буду. Товарищи. Три месяца. Как уже нет с нами нашего товарища Суслова Михаила Андреевича, идеолога, так сказать, члена Политбюро, секретаря Центрального комитета партии. На место Михаила Андреевича Суслова я предлагаю товарищи на место секретаря Центрального комитета партии предлагаю кандидатуру Андропова Юрия Владимировича. Я, конечно, в этих художествах не разбираюсь, но, по-моему, картины ценные. А на сумке твои пальчики. Экспертиза покажет. Так, будешь упираться, будут проблемы. Рассказывай, где картины взял. Я один тебе сейчас могу помочь. Картины эти я в доме взял. На 8 марта. У них еще колонны стоят.
Подожди, это случайно не генерала Королева дача? Ну, генерала. Мне-то что? Мне деньги нужны. На что же? На химовское хочу поступить. Не могу я больше с этими. Мать пьет. И алкаш чуть что дерется. Ладно. Что делать-то с тобой будем, Нахимовская? М? Значит, Брежнев себе преемника готовит. Получается, что так. Он Андропова в состав Центрального комитета ввел. Публично, при всех. А с КГБ снял? Да, снял, но теперь он второй человек в партии. За что же он меня так ненавидит? Не могу понять. Кажется, одно дело делаем. Сколько я варья пересажал, а сколько еще не дали мне посадить. Да что там? Облик милиционера другой стал. Народ перестал бояться милиции, а ему все не так. Все не так. Светик. Михаил Терентьевич письмо прислал. Вот мы с ним как басмачей на Памире били в молодости. Он меня учил с лошадьми управляться, а я его русскому языку. А Леонид Андропова на свое место не поставит? Да. Не знаю, не знаю. Он Андропова не любит. Он ему всегда настроение портит. То нехорошо, это нехорошо. Экономика, то да сё. А Леонид любит, чтобы все было хорошо, чтобы все были довольны. Вот сейчас все ждут, кого Леонид на председателя КГБ поставит. Ну, кого? Тебя, Коль, конечно. Ну, не знаю, не знаю. Правда, мы с ним долгие годы бок о бок. Он меня на МВД поставил, я дело поднял. Но это как в том спектакле, который мы вчера смотрели. Если бы знать. Если бы знать. Да, если бы знать. А, Кирилл. Здравия желаю. Здравствуй. Чего хотел? Товарищ генерал, тут такое дело. Вот. Это что? Это с вашей дачи. Вот этот балбес взял. Наш районный из трудных. У меня ж сроду таких картин не было. Ой, вернее, не у вас, у вашего гостя из машины взял вчера. Я что-то не понимаю, Кирилл, у меня не было гостей вчера. Машина у ворот стояла, только подъехала. Хозяин через калитку вошел, генерал ему ворота открывал, собаку привязывать стал. Они разговорились. Нет, подъезжал один мужик, но он адресом ошибся. Искал какого-то Харитонова Илью Гавриловича. Я ему объяснил, он уехал. И тут я. Ну, и ты прям при них в машину залез. Да говорю же, не при них. Они за ворота вышли. Открывать их начали. Заговорились. Тут и я подоспел. Невязочка. Ну, да. Ну что, повтори, что ты мне рассказывал. А я говорил, в лесу ее нашел. По тропинке иду, смотрю, лежит. Кирилл, ты сперва с пацаном разобрался бы, прежде чем идти меня трясти в воскресенье. У меня первый выходной за месяц. Товарищ генерал, извините, я... Да ладно, ничего, работай. А ты в следующий раз, если что найдешь, сразу в милицию неси. Там всегда разберутся и всегда помогут. Понял? Ну, да вот тут же. Идите, ладно. До свидания. До свидания. Пошли. Что-нибудь случилось, Юрий Владимирович?
Вы меня вызывали. Ты знаешь, кого поставили на КГБ? У нас пока никто не знает. Федорчука. А, впрочем, чему удивляться? Он же с Украины. С точки зрения Брежнева все логично. Ну, теперь начнутся перестановки. Он будет ставить своих. И начнет, скорее всего, с технических служб. И поэтому в моем кабинете в ЦК никаких разговоров. Наверняка меня будут там слушать. Кто бы мог подумать, меня прослушивают. Мельницы, мельницы, мельницы. Щелоков, говорят, сияет как именинник. Ты вообще понимаешь, какое ты меня сейчас положение перед генералом поставил? Зачем соврал? Я в последний раз тебя спрашиваю, откуда картины взял? В лесу. Так, все. Сейчас я тебя закрою в камеру, завтра будем разбираться. Выясним, откуда картины, потом в суд. На суде расскажешь, как картины в лесу на деревьях растут. Пошли. Не надо. Где картины взял? Мужика. Из машины. А почему при генерале отпираться стал? Сам видел. Он отказался. Сказал, что никаких гостей у него не было. Что я, дурак, для себя уголовное дело сочинять? Так, все. Завтра у меня в 10. Иди. И не вздумай убежать, понял? Здорово. Мессер, ты здесь? Пойдем со мной. Что ты вообще от меня хочешь? Я бы посоветоваться хотел. Вот я тебе советую. Оформляй как находку, сдавай как положено. Да, но все это как-то странно получается. Понимаете, ну, он мне сказал, что нашел эти картины в машине у дома Королева. Да. Баранов, это что за в мире животных, а? У меня козу украли, а вы мне козла притащили, а он мне не нужен. Забирайте вот. Гражданочка, пойдемте. Это государственное учреждение, а не цирк. Козу мне верните, ум непутевый. Действительно, козел. Товарищ майор. Так, я тебе все уже сказал. Как находку оформляй и как положено сдавай. Стихи. Работайте сюда. Необходимо создать группу, которая займется сбором информации о действительном положении вещей в экономике. О настроениях в обществе. О масштабах злоупотребления и разложения в государственных структурах. Прежде всего в МВД. Отберите лучших. Самых честных. И чтобы о группе никто не знал. Да и самим членам группы тоже не нужно знать друг о друге. Поиграем в шпионов? Условная фраза при экстренной ситуации. Код доступа ноль. Ноль. Мы чего, спящего бить будем, а? Слышь, спящего бить не по понятиям. Ну да. Бросай уже. Ты ч,
Вообще, курва! Куда? В углу посмотри. Вот сумка. Картина здесь. Ты что творишь? Хао. Давай, пошли быстрее. Пошли, пошли. Оружие табельных не унесли? Нет. А еще что-нибудь взяли? Чуть деньги из кошелька. Кефир и колбасу. Колбасу? Это хорошо. То есть понятно, что не за сумкой лезли. Согласен? Так, еще. Генерал эту сумку в глаза не видел. Парень твой виляет, то в лесу я нашел, то не в лесу. Но он потом сказал, что... Короче, так. В общем, о сумке все. Наплевать и забыть. Согласен? Но... А я говорю, согласен. Товарищ майор, надо разобраться. Не надо, Кирилл, не надо разбираться. Знаешь, когда еще сумка была, ну, хоть что-то, хоть какая-то зацепка. А сейчас кому мы будем объяснять, что не знаю, кого обокрали, да еще и вещдок прохлопали. Или, может, хочешь такой рапорт подать, мол, мне по роже надавали, да еще кефир украли. Стихи. Так, да не трогай ты. Хочешь такой рапорт подавать? Нет. Ну вот. Иди. Помажь чем-нибудь. Есть. Здравствуй, будь, начальник. Привет, Иваныч. Третьего ищете, да? Я смотрю, ты уже нашел. Да? Я упал. Упал, да ты, бабаня, расскажи. Меру надо знать. Чазовскую, как говорят, норму. Чазовскую? Ага. Ага. Ух ты! Чего это у тебя с щекой? Упал? А что с картинами-то? Выяснил? Кто хозяин? Может, ему их подкинуть? Он и заявление писать не станет. То вдруг меня уже ищут. Никто тебя не ищет. Картины я в музее сдал. Если еще раз про них мне скажешь, я тебе голову отверну. Понял? Здравствуйте, товарищ генерал. А, Нестеров. Привет. Здравия желаю. Чего со щекой? Подрался? Как скажете, товарищ генерал. Аккуратнее надо. Норму надо знать. Что-что? Так, ничего, навеяло. Разрешите. Иди, иди. Ну, теперь ты понял? Да. Но как там дела на твоей Украине? На нашей Украине. На нашей, Леонид Ильич. Спасибо, нормально. Если погода дальше не подведет, то урожай должен быть хорошим. По пшенице, картофелю, подсолнечнику все выполним. Молодец. Молодец. Побольше вот таких, как ты-то, и сельское хозяйство знаешь, и промышленность. А? Горы он свернуть смог. Сколько для республики сделал. Тише, тише, аккуратней. Спасибо, Леонид Ильич. Владимир, я чё тебя вызвал? Людочка, спасибо. Выйди. В ноябре пленум будет. Ну, я помню. На пленуме займешь мое место. Thank you.
Оксан! Дяденька! Тормозника! Дяденька, нет! Дяденька, нет! Дяденька, нет! Тихо! Я сказал тихо. Я с тобой поговорить хочу. Понял? Слышишь меня? Вова, ты хоть бы спасибо сказал за доверие-то, а? О, спасибо. Огромное спасибо, Леонид Ильич. У меня просто нет слов. Я оправдаю. Я думал бы Андропова преемником. О нем забудь. Я все подготовил. Да. На КГБ поставил Федорчука. Угу. Он с тобой на Украине работал. Угу. Все нормально будет. Но о нашем разговоре никому. Молчок. Конечно, Леонид Ильич. Иди, Вова. Иди. Спасибо. Что здесь произошло? Пацаненка сбили. Кто сбил? Откуда ж я знаю? Он тут давно лежит, холодно уже. Слушай, у него головы нет. Расплющило в лепешку. Решил себя увековечить? В честь Ленки Малышевой. А что с картинами-то? А то вдруг меня уже ищут. Капитан, не могли его здесь бить. Это ж проселочная дорога. Он все время пустырем ездил. Убили его. Что? Родители где? Дома. У матери истерика, увели. Не уберег. Чего встали? Уносите.
Зимин, 3 часа ночи. Да. Я так больше не могу. Я тоже. Хочешь есть? Нет. Иди спи. Мне еще с документами нужно поработать. Где берут таких ангелов? Пойдем спать. Ну, я ж тебя где-то нашел. Вообще-то ты я тебя нашла, а не ты меня. Зими, ну я же тоже живой человек. Я же не вдова, не труп. Ничего не налью. Да я не за этим, баба Пань. Ага, шляется тут по огородам. А у нас-то беда какая. Ты слышал, Веркинова-то пацаненка машина сбила. Да, 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 слышал. Слушай, баба Пань, а в субботу вечером никаких гостей здесь не было? Ты че ты? Какие у нас тут гости? Свои приезжают из города после работы. На участок заезжают и все тут. А к товарищу генералу? К товарищу-то генералу приезжал один, только ненадолго. Слушай, заехал на участок, зашел в дом, был там полчаса, я все не видела. А вышел оттуда, выскочил, как ошпаренный. Слушай, наверное, не накормили. Да, голодный был. Я что-то не понимаю, Кирилл, у меня не было гостей вчера. Это подъезжал один мужик, но он адресом ошибся. Искал какого-то Харитонова. Я ему объяснил, он уехал. Ладно, спасибо, баба Пань. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Все складывается. К генералу действительно кто-то приезжал. Я спросил у соседей, они сказали, что машина заехала прямо во двор. Так что генерал мне соврал. Так, значит, что получается? Мальчишка украл у нее из машины сумку с картинами, и его мать нашла эту сумку и принесла тебе. Да. Мы пошли к генералу. Он сказал, что он понятия об этом не имеет. Врал? Генерал. Стихи. А мальчишку, значит, они... решили убрать, как единственного свидетеля. Да, они его перехватили на пустыре, убили, имитировали все как дорожно-транспортное происшествие. Ну, что ты молчишься? Что дальше надо сказать? Что генерал в этом деле по уши. Даже если не ему везли эту сумку, все равно только он мог сказать владельцу этих картин. Мальчишка их украл, а ты их нашел. Да, ну чтобы генерал милиции... Чего? Генерал милиции? Мало ты просто знаешь. Ладно. Товарищ майор, ну картина это еще туда-сюда. Ну тут Леху убили. Что, так и бросим, что ли? Ну если что случится? Нам с тобой тоже бошки открутят. Ты это понимаешь? Да понимаю. Понимаю. Ты-то хоть холостой. А у меня вон семья, двое. Ну зачем же мы тогда, Лопатин? Зачем? Ладно. Занимайся этим делом. Я тебя прикрою. Только тихо. А то нас с тобой точно
Понимаешь? Давай. Вы констебля закончили? Мне бы еще денек, Раиса Ивановна. Особенно не тяните, а его надо сдать на техническую экспертизу. Завтра закончу, обещаю. Ну, договорились. Кстати, чуть не забыла. Звонил Голохвостов. Да. Он просил вас приехать к нему. Что, прямо сегодня? Да нет, можно завтра. Он купил хорошего ханта, вот, а теперь засомневался. Ой, хорошо, позвоню ему. А он всегда так. Купит вещь. А потом сомневается. Ну, кстати, ни одной фальшивки у него в коллекции нет. А вот это верно. Абсолютно верно. Перестраховывается, но поступает правильно. Да. Маргарита Васильевна. Васильева, Маргарита. Это я. А молодой человек, вы шапочку снимите. Простите. Что вы хотели? Оперуполномоченный. Лейтенант Нестеров, могу я задать вам пару вопросов? Ну, конечно. Да-да, вы только не очень задерживайтесь. До свидания. До свидания. Хорошо, Раиса. Маргарита... Можно просто Рита. Рита. Посмотрите, пожалуйста, фотографии. Вам знакомы эти картины? Нет, вы знаете, не знакомы. Ну, может, вы видели их на какой-нибудь выставке у частных коллекционеров или вам их сюда кто-то приносил? Нет. Хотя вот это... Нет, вы знаете, точно нет. Жаль. Давайте я вам оставлю свой номер телефона на случай, если вы вдруг что-то вспомните. Ну, это навряд ли. Памятная картина у меня профессиональная. Уж извините. Так, дети, проходим сюда. Хорошо. Извините, что ничем не смогла помочь. Ну, это вы меня извините, что я вас оторвал. Всего хорошего. До свидания. Выход в другой стороне. Да. Угу. Как и в 18. Да. Мальчишку прохлопали. Наш прокол. Просто никто не ожидал, что они ликвидируют его. Надо было ожидать. Что там у них могло произойти? Случайно влез? Стал свидетелем? Ну, скорее всего. Два дня тому назад он крутился около дома генерала. Что он там искал, непонятно. Просто в тот день соседям привезли доски. Грузовик развернулся и перекрыл нам поле зрения для наружного наблюдения. Грузовик, доски. Ты чего? Все это оправдание плохой работы. Виноват. Знаю. Какова его роль? Нестеров Кирилл. Лейтенант подмосковного ОВД. Живет в одном поселке с генералом. Буквально в нескольких домах. Дом ему достался от родителей. По-соседски на подхвате у генерала? Не исключено. Ну, тогда, возможно, и мальчишку ликвидировал он. Вот эту линию мы пока не прорабатывали. Прорабатывайте. В любом случае, глаз с него не спускайте. Возможно, на генерала Королева придется выходить и через него тоже. Хорошо. Чего ты, Петушок? Thank you.
Осторожно. Понятно? Все идет. Пошли, пошли, пошли. Сюда!